Сидит, ржет, думает, что там смешного такого. Странно, они как-то там чудом через кого-то заходят ко мне на страничку и смотрят видео. Но в друзья не добавляются. Видели? Да, специально. А еще у меня мама любит заходить от меня дома. Я же не выхожу с пароля. И писать девчонкам всяким. Привет, сегодня мы с тобой увидимся, я тебе купил твои любимые цветы. И девки там, о, да, окей. А потом звонки, ты что не приехал? Говорю, так я типа не собирался. Ты типа сволочь, ты мне обещал, ты мне ВКонтакте писал. Захожу, такая перепись. Чу-чу-чу. Там мама моя может обсуждать с кем-то там, что-то там, кого-то там, знаешь, типа, из-за меня. Да, увлекся. Я забыл текст. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стоит туч. Так, ветер, ветер, ты могуч. Вова, блин, как это в школе учит, первоклашка. Что? Ветер, ветер, ты могуч. А, ну да. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Так мог бы звучать хит Андрея Князя несколько веков назад. Но сейчас у нас 21 век, и эта сказка обрела немного иной смысл.